Геодезист выравнивает уровень земли и дает команду экскаваторщику. На Назрани полным ходом идет реконструкция городского пруда. Сначала рабочие взялись за снижение уровня воды. Специалисты обнаружили здесь коррозионный слой земли. Образцы почвы отправили в лабораторию для анализа. Взятые образцы пробы воды. Класс качества воды по исследованиям экологов составляет 4Б, то есть грязная. Также было выявлено заильнение водоема, цветение его, недостаточное содержание растворенного кислорода в воде, наличие тяжелых металлов и токсичных веществ. Этот объект был включен в федеральный проект «Экологическая реабилитация уникальных водных объектов России». И этот пруд, он один всего из нескольких объектов по России, который в этот проект попал. И вот буквально недели две, как тут работы начаты, проектом предусмотрено полное экологическое восстановление этого водного объекта. Перед рабочими для обеспечения жизнедеятельности пруда стоят несколько задач, а именно очистка акватории от мусора и загрязненных донных отложений, расчистка дна водоема от илистого грунта, закрепление береговой полосы и ее защита благодаря высадке многолетних трав. Эти донные отложения вот у нас вывозятся на просушку, и потом мы вывозим на полигон твердобытовых отходов. Станица Нестеровская. После у нас идет выравнивание, откосов идет. Откосы выравнивают и это вокруг. Потом вылаживаем геосинтетические решетки. На участке работает тяжелая техника. Снимают эрозионный слой земли и после отправляют его на место переработки. На берегу возведут специальные ограждения, которые в дальнейшем будут препятствовать их размыву. По месту мы вывозим вездеходами грунт, потому что другие техники здесь проваливаются. Задействована здесь тяжелая техника в достаточно большом количестве. Мамонты здесь в 5-6 машин вывозят на мусорную свалку Слепцовскую. Потом грейдеры здесь тяжелой техники, эскалаторы, погрузчики. Объект является местом обитания для птиц во время миграции. Многие из них занесены в Красную книгу России. Это малый баклан, курганник, беркут, орлан-белохвост. Пруд и прилегающая к нему территория поддерживают существование одного вида пресмыкающихся и двух видов млекопитающих. И не лишним будет отметить и радость местных ребятишек, которые ждут с нетерпением благоустройства участка для игр, прогулок и катания на лодках. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» запланировано, что в 2020 году реконструкция коснется и Карабулакского пруда, а в 2021 году экологической реабилитации подвергнется пруд в Малгобеке. Михаил Тангиев, Осман Ильянов, Адам Далаков, Новости 24.